Заботьтесь о том, чтобы вас никто не беспокоил. Выберите спокойное, тихое место. Примите удобное положение, но не перекрещивайте руки или ноги. Вам должно быть комфортно. Вас никто и ничто не должно отвлекать, чтобы вы смогли полностью погрузиться в свои ощущения и видения. Закройте глаза, расслабьтесь. Сконцентрируйтесь на своем дыхании. Делаем спокойный, мягкий, глубокий, плавный вдох и плавный, мягкий, тягучий выдох. С каждым выдохом расслабляем тело, отпускаем напряжение и контроль. Все мысли, которые вас беспокоят, растворяются и уходят вместе с каждым выдохом. Перемещаем фокус с внешнего мира на внутренние ощущения. Спокойно наблюдаем за своим телом. Расслабленность, умиротворение и покой разливаются по всему вашему телу, успокаивая, согревая, смягчая и расслабляя каждую клеточку вашего тела. Вы чувствуете, как расслабляется макушка, кожа вашей головы, расслабляется лоб, уходит все напряжение, расслабляются виски, расслабляются брови, расслабляются уши, расслабляются веки, расслабляются глаза, расслабляются щеки, скулы, расслабляется и становится невесомой челюсть, расслабляется нос, расслабляются губы, расслабляется подбородок. Вы ощущаете, как расслабляется ваша шея, как уходит все напряжение, все блоки и зажимы. Усталость, зажатость растворяется и покидает вашу шею и плечи. С каждым выдохом ваши плечи становятся все легче, 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 полностью расслабляясь. Расслабляем грудную клетку, ощущаем, как каждый вдох и выдох очищает и расслабляет ваши легкие. Расслабляем спину, лопатки, позвоночник. Полностью расслабляем живот, отпуская все лишнее. Все страхи и обиды уходят с каждым выдохом, а каждый вдох делает ваш живот мягче и расслабленнее. Расслабляем плечи, уходит напряжение с локтей, предплечий, запястья и кистей. Пальцы рук становятся невесомыми. Вы чувствуете, как уходит вся усталость и напряжение из вашей поясницы, как уходит все напряжение, скованность и дискомфорт. С глубоким, мягким выдохом волна тепла и расслабления растекается по ногам, и ноги становятся мягкими, невесомыми, расслабленными. Все ваше тело легкое и расслабленное. Ощутите покой и гармонию во всем теле. Прочувствуйте, как вам хорошо и комфортно. Насладитесь этим ощущением покоя и следуйте за моим голосом. Загляните внутрь себя, в середину груди. Да-да, именно там спрятана ваша любовь. Вы видите там огонек? Если вы пришли на эту медитацию, скорее всего, ваш огонек любви чем-то закрыт. Это могут быть обиды, чувства вины или какие-то травмы из вашего прошлого. Скорее всего, когда-то вам причинили боль, и вы решили спрятаться, закрыть свое сердце, чтобы больше никто никогда не посмел сделать вам больно. Вы почему-то решили, что ваша любовь дает вам слабость. На самом деле, это не так. Это самое большое заблуждение. Энергия любви – это ваша сила. Я сейчас не говорю о любви к какому-то одному человеку.
Любовь, она гораздо больше, шире, глубже и многограннее. Это мощная энергия, которая наполняет нашу жизнь, окрашивая яркими красками все ее сферы. Любовь делает нас сильнее. Она делает вас более целостными. С ней вы можете жить более насыщенной и полноценной жизнью. И чем больше вы ее делитесь с другими, тем сильнее становится ваша энергия любви. И тем больше ее становится у вас. Это неисчерпаемый источник, который пополняется только когда вы щедро делитесь миром этой чудесной энергией. А если ее закрыть, замуровать, она слабеет и угасает. Но в каждом из нас есть хотя бы искорка энергии любви, которая способна разгореться и наполнить энергией любви все ваше тело и всю вашу жизнь. Посмотрите еще раз внутрь себя. Чем вы закрыли свой огонек любви? Что бы вы там ни увидели, представьте, что там внутри спрятан и все еще горит ваш огонек. Вы видите, как слабый свет просачивается через этот предмет. Искренне, от всей души попросите прощения у этой маленькой искорки за то, что вы столько времени держали ее закрытой. И поблагодарите ее за то, что она не угасла и все еще теплится в вашей груди. Направьте туда тепло и благодарность. Видите, как эта искорка отзывается? Она начинает расти, наполняя предмет, в котором вы спрятали свой огонек любви. И теперь этот предмет больше не может сдерживать эту мощную энергию. Оковы падают, и вы видите энергетический шар. Почувствуйте его. Какого он цвета? Ощутите его тепло и нежность. И с каждым вдохом эта чудесная энергия становится все сильнее, все больше и больше. Она крепнет и вместе с расслаблением заполняет собой ваше тело. Понаблюдайте за тем, как она растекается по вашему телу. Посмотрите, везде ли легко проходит эта энергия, или где-то есть затор. Найдите место, которое не пускает дальше вашу энергию любви, не дает ей распространяться. Постарайтесь понять, почему возник этот блок. Может, у вас включился защитный механизм, и эта часть тела хочет уберечь вас от боли, которую когда-то по ошибке ваше тело связало с энергией любви. Попросите прощения у этой части тела за то, что ей пришлось только всего перенести. Поблагодарите эту часть тела за то, что она о вас так заботится, за то, что она пытается вас защитить. Но сейчас вам не нужна защита. Энергия любви не причинит вам боли. Она сделает вас сильнее, сделает вас более защищенным. Она не причинит вам боль. Напротив, она уберет ту боль, которая сейчас есть у вас внутри. Она исцелит вас. Благодарите и примите эту часть тела. Направьте туда усиленный поток любви. Направляйте туда энергию до тех пор, пока эта часть тела не наполнится и не станет светиться вся энергия любви. Везде, где вы увидите темноту в своем теле,
изгоняйте ее светом. Все ваше тело наполните светом любви. Продолжайте наполнять свое тело энергией любви. Ощутите, как она растекается по вашему телу, как она поднимается вверх и заполняет полностью ваши плечи, шею, голову. Она спускается вниз, наполняя руки, живот, таз, все внутренние органы, спускается по ногам. Она нежно течет по всему вашему телу, по вашим венам и сосудам, заполняя каждую клеточку вашего тела. Почувствуйте ее, насладитесь ею. Ощутите покой и состояние счастья, похожее на эйфорию, которая наполняет ваше тело вместе с энергией любви. Насладитесь ощущением гармонии, целостности и защищенности. Прочувствуйте, как ваше тело отзывается на энергию любви, принимая ее с благодарностью, как оно все расслабляется, уходят все блоки и зажимы, как все лишнее растворяется в вашей энергии любви. Продолжайте наполнять свое тело энергией любви. Смотрите, как она становится плотнее, чище и ярче, заполняя ваше тело. Наблюдайте, как вы переполняетесь энергией любви, как ваша кожа начинает светиться любовью. Ваши волосы, кожа, глаза – все светится любовью. Вы ощущаете радость, счастье и эйфорию. Вы и есть эта энергия, и вы излучаете ее. Она строится из вашего сердца, растекается по всему телу, переполняя его. Насладитесь этим ощущением наполненности. Насладитесь собой в этом состоянии. Запомните его. Каждое утро, когда вы просыпаетесь, обращайтесь к этому огоньку в своей груди, который больше ничего не сдерживает. Вы открыли его. Каждое утро, просыпаясь, наполняйте свое тело любовью до отказа. Теперь вам не понадобится столько времени, чтобы это сделать. Теперь, когда вы открыли свое сердце и наполнили свое тело любовью, вам будет проще наполнять его вновь и вновь. Делайте эту практику регулярно до тех пор, пока не почувствуете, что ваша энергия любви уже достаточно сильная для того, чтобы начать ею делиться с другими. Только после этого можно переходить к следующему этапу медитации. Поделитесь этой записью с теми, кому вы желаете добра. Давайте вместе сделаем этот мир лучше.